Да, это же хинокопы. Я же оказался прав, понимаете, это мой первый, Тони, это мой первый диагноз жизни. И прям в самой... Послушайте, да. У мамы сегодня был сердечный приступ, а вы тут лезете с твоим хинококом. А что с Александром Ивановной? Слабость, частый пульс. Отец сидел с ним сегодня с самого утра. Боже мой, вы пили. Это традиция такая. Мамочка!